Если сравнивать с реальными играми, ну, на компьютере, то это аналог Counter-Strike. То есть можно прийти вдвоем, да, и, в общем, постреляться. И помочиться, да. И опять же, в сравнении с тем же страйкболом, пинболом и так далее, это не больно. То есть ты находишься, например, на крыше дома. Ой, мамочки! Вижу вас своими глазами. Вот мои руки. Вот мои. Меня будут звать Сигизмунд. Опа! Опачки! А патроны бесконечные? Тебя убил Громозека. Даже из самого, мне кажется, мирного человека начинает выделяться адреналин. Арена виртуальной реальности – новое развлечение, которое, в отличие от пейнтбола и страйкбола, не требует физических боеприпасов или разнообразия локаций. Все происходит в виртуальном пространстве, а для того, чтобы попасть внутрь, нам потребуются только очки виртуальной реальности и джойстики. Сегодня мы пробуем это все на себе. Пошли! Алексей, общие принципы того, что здесь происходит. Почему люди получают от этого удовольствие? Да, здесь на самом деле очень интересная история, связанная с виртуальной реальностью. Это аналог страйкбола, пинбола и так далее и тому подобное. Но здесь не надо куда-то выезжать, не надо бегать по грязи, в холоде, в снегу, либо там под дождем. Здесь в комфортных условиях ты играешь в такую же игрушку, но если сравнивать с реальными играми, ну, на компьютере, то это аналог Counter-Strike. Вот. То есть это шутер? Это шутер, да, это шутер. 3D-шутер какой-то классический, да. Еще начиная с там Wolfenstein 3D и каких-то Quake, да, там. Да, единственное, что это как бы командная игра, да, где две команды есть, и они друг с другом соревнуются. А минимальное какое количество людей может играть? Минимальное количество людей — 2 человека, то есть 1 на 1. То есть можно прийти вдвоем, да. И, в общем, постреляться. И помочиться, да. А насколько продвинулись сейчас технологии, насколько люди верят, что они находятся в реальном мире, хотя понятно, что это виртуальная реальность? Да, на самом деле, как бы технологии продвинулись в том, что сейчас шлема, которые мы используем, они не привязаны к проводам, к компьютеру, да, они работают исключительно по Wi-Fi, и ты можешь свободно передвигаться вот по всей этой арене. В самой игре как бы у тебя видно все, что происходит, ну, в реальной жизни. Все движения, они синхронизируются с тобой. То есть ты видишь свои руки, когда ты выбираешь оружие, ты видишь, у тебя в руках это оружие. Вот. При движении, либо там ты можешь присесть в игре, и твой персонаж также присядет. То есть ты полностью погружаешься вот в этот виртуальный мир. И опять же, в сравнении с тем же страйкболом, пинболом и так далее, это не больно. А это лучше. Это лучше, да. У тебя не остается синяков. Да, ни синяков, ничего, но как бы положительный заряд положительных эмоций получаешь такой же, а может даже и больше. Но здесь опять же плюс какой, что в течение игры, у нас часовая игра, ты можешь поменять там 5-6 локаций. То есть ты находишься, например, на крыше дома. Ой, мамочки! Да нет, я не трус. Я боюсь. В каких-нибудь развалинах, да, можешь оказаться на там тренировочной базе спецназа. То есть и каждый раз вот ты там в течение там этого часа можешь менять локации. У тебя появляются новые стены, новые препятствия, новые там вещи. Есть у нас карта офис очень классная, да, для тех, кто любит в офисе работать. Есть очень много различного оружия. То есть ты можешь выбрать там автомат Калашникова, можешь там выбрать большой пулемет, с таким пулеметом здоровым ходить. Либо можешь выбрать 2 автомата УЗИ и из 2 автоматов ходить стрелять в разные стороны. Есть несколько режимов игры. Есть командная игра, где там команда с командой соревнуется. И, грубо говоря, пока команда там не победила, всех не убила в игре, вот, заново не начинает. Есть вариант игры, когда тоже команды, но когда тебя убивают, ты возвращаешься на свою базу, выбираешь оружие, ты оживился и дальше пошел играть. И в данном варианте выигрывает тот, у кого больше очков. От какого возраста и до какого можно играть? Да, играть можно от 8 лет, вот, и максимальный возраст, он ничем не ограничен. Играют все, девушки, мальчики, взрослые, дети и так далее. Вместе все, это прям очень все зажигает, всем нравится. И все, погружаясь вот в эту виртуальную реальность, они просто от этого кайфуют. Ну и самое главное приспособление, с помощью которого, я так понимаю, люди играют. Да, мы используем инновационные шлема Oculus 2. Они оснащены 4 камерами. Эти камеры у нас ориентируются на
пространство, которое есть на площадке, и не дают человеку врезаться куда-то в стену, в столб и так далее. Но опять же, бывали разные случаи. Все стены и столб, они у нас оснащены матами. И мягкие. Это, мягкими матами, да, и это будет не больно и безопасно. Также шлем оборудован аккумулятором, который не позволяет во время игры шлему выключиться. И он продолжает работать, и человек продолжает кайфовать от игры. Еще два основных момента – это контроллеры, это ваши руки в игре. Вот, вы ими управляете, вы ими стреляете, берете оружие. Чем рассказывать об игре, лучше взять и поиграть. И надеть шлем, и погрузиться в мир виртуальной реальности. Ну что, мы в виртуальном мире, Алексей, правильно? Да, мы погрузились в виртуальный мир. Сейчас я надеюсь, что наши зрители увидят, как я вижу вас своими глазами. Вот мои руки. Вот мои. Вот ваши красные, да. И у нас получается две команды, красная и синяя. Да. В общем, достаточно быстро привыкаешь и как по настоящей локации. Вот кулер стоит, вот урна, вон там домик какой-то. Но мы сейчас переключимся в другую. Да, это, это меню лобби, то есть мы здесь просто надеваем шлема и ждем, когда запустится игра. Как вас будут звать сегодня? Какого персонажа хочется отыграть? Меня будут звать Сигизмунд. Опа! Опачки! Ничего себе! Друзья мои, теперь там, где у нас была стена, теперь я надеюсь, что вы увидите здесь конец крыши дома, небоскребы. Так. В бой. В бой. И теперь я... Ну-ка. Ух ты, стреляет. А патроны бесконечные? А! Тебя убил Громозека. Фух. Ну это прям... Как вам? Прям круто. Из тебя, даже из самого, мне кажется, мирного человека начинает выделяться адреналин, и ты начинаешь реально бороться за жизнь и стараться победить соперника. Отлично. Рад, что вам понравилось. Я думаю, друзья, вам стоит сюда прийти на VR-арену Warpoint в Дом моды и почувствовать себя в другом измерении. Это правда классно. Ну а если вы устали бегать по виртуальной реальности, можно взять и поиграть в традиционную приставку. Отдыхать тоже надо уметь для того, чтобы потом хорошо работать.